выхожу из зоны комфорта. Пипец, как холодно. Ни разу я так рано из дома не уезжал после зимы. Зима, собственно, еще и совсем не закончилась. Сегодня 12 января. Но поедем туда, где потеплее, наверное. Я еду поездом Барнаул-Адлер в сезон туристический. Этот поезд полнёхонек, все время полно народу. Сейчас я один в купе. Красотища. Крыловская станция. Вот город Армавир. Достиг я его. Сегодня переночую в Армавире, а дальше видно будет. Ну вот, сюда, собственно говоря, и ехал. Сейчас можно уже открыть некоторый секрет, который, в общем-то, не такой уж и секрет, просто никого не ставил в известность. Я тут немного решил отойти от городской суеты и уехал в уединенное место. Вот здесь вот на озере я буду некоторое время жить. Посмотрю, сколько как это у меня получится, самое главное, как, да. Сколько по времени, тоже неизвестно, может быть месяц, может два, может быть на всю жизнь, но я не думаю. Все-таки здесь в тишине, вдали от людей, здесь никого нет, в округе сейчас поживу. Здесь у меня ограниченное состояние, ну, то есть электричества вообще практически нет, и интернета тоже практически нет. Вот я изыскиваю места, и кое-откуда он так немного пробивается, чтобы отправить там смс-ку в WhatsApp. Но все равно некоторые моменты своей жизни здесь я буду снимать, монтировать, и, может быть, выложу какие-то короткие отрывки. Ну все, пошел я в домик. Постепенно буду показывать, как у меня здесь что, чем я живу и как живу потихонечку.